Привет-привет! Привет-привет! Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. И мы сегодня будем делать очки. Карнавальные очки. Карнавальные очки. Ну хорошо, давайте. Начинайте, делайте. Алиса распаковывает. А кто эти очки потом будет одевать? Алиса. Алиса будет очки одевать. Да? Ой, что такое? Кружочек. Алиса, над столом делай, чтобы не рассыпать. Давай тебе Егор поможет. Сама справишься. Сама справишься? О! Очки! Очки! Отлетим! Хорошо! Вот и очки! Просто что-то упало. Нет, ничего не упало. Идет! О, какие блестяшки, да? Какие блестяшки, классные! Вот еще что? Еще один кружок. Давай инструкцию. Алиса, инструкцию Егору давай, Егор прочитает. Ну что там написано? Инструкция. Ничего не написано. Как ничего не написано? Ну-ка, дай посмотрю. Тут какая-то штука. Очки. Ну как не написано? Возьмите пластмассовые очки и два кольца. Два кольца двусторонних лейкали. О, прикол какой. Алиса очки одела. Ну, их надо украсить. Так, а там одно кольцо, два кольца. Возьмите пластмассовые очки и два кольца двусторонней клейкой ленты. Снимите защитный слой с одной стороны клейкой ленты и приклейте ее к оправе. Проделайте то же самое со вторым кольцом. Затем снимите со колец второй защитный слой. Так, это что значит? Это значит вот так вот, да. Отклеиваешь с одной стороны защитную это и приклеиваешь на очки. А потом к этому будешь приклеивать вот это вот розовое. Вот смотри. Ты понял? Аккуратненько нужно на это наклеить на спереди. Сначала одну, потом вторую. Так. Дай. Так, Алиса, не мешай. Егор будет приклеивать. Не мешай, Алиса, Егору. А я вот сама вот эту сама. Приклеил? Нет. А я вот это буду сама. А как ты приклеиваешь? Так, подожди. Ну там ты с одной стороны. С одной стороны должно быть и с другой стороны. Двустороннюю. Это тоже клейкая? Да. Так, подожди. Вот это, наверное, тогда приклеивается. Да, вот это вот снимается. Да, вот это вот приклеивай. А я сама хочу. Мне кажется, это все будет очень нетрудно. Так. А я что буду делать? И ты тоже сейчас будешь делать. Просто ты не сможешь это отцепить, а Егор зацепит. Да, вот это тоже отцепляй. А ты что будешь делать? А ты потом будешь очки украшать. Посмотри, которая потолще, ту и приклеивай, от которой можно еще будет отклеить. Вот эти. Нашел? Нашла. Так. Так, все? Так. Затем снимите с колец второй защитный слой. Я для девочек. Да. Что значит? Снимай теперь с колец второй защитный слой. Второй или такой? С колец, которые на очках, чтобы к ним прикреплять еще нужно было. Вот эти. Еще не получается. Это же для очков. Так, все, Егор, на, я тебе сделал, там липкий слой остался. Так, дальше что делаем? Найдите самую крупную деталь из мягкого пластика в форме очков и приклейте ее к оправе. Вот, смотри. Да, получается, да? Вот нет, нет, ну как, очки-то у тебя должны быть вверх. О, да, вот так. Да. Да? И это да, вот так вот, чтобы отверстия там совпали. Угу.
Так. Ну, наверное, так. Так, да. Получается. Помогите малышу наклеить. Ну, малыш у нас это будет Алиса. Направо различные детали из мягкого пластика на самоклеящей основе в соответствии с рисунком. Или по своему усмотрению. И предложите ребенку украсить детали стразами и очки готовы. Ну, короче, наклеивайте. Вот смотрите, там вот головомишки, как деталь. Алиса, давай Егору выдавливай. Нет, это ты потом сама будешь украшать очки. Егору выдавливай всякие вот детальки, а Егор будет делать. А ты потом стразиками будешь украшать, да? Давай, Саша, выдавливай любую детальку. Любую. Давай, Мишку. О, самую первую, молодец, Мишку выдавила. Теперь выдавливай, что там, выдавливай... Яблоко. Выдавливай яблоко, Егор сказал. Егор, в камеру смотри, чтобы видно было. Так, яблоко выдавила? Да. Так. И теперь маленькое яблочко выдавливай. Где? Егор на голову его приклеит. Ну, ладно, медвежонку. Вот так? Да. Ой, зачем ты прикрепил? Алиса, к столу не надо приклеивать, а то потом Егор не отцепит. Что дальше? Дальше? Сейчас Егор сделает. Так. Что там дальше? Ну, что дальше? Ну, давай лапки. Дай спросил няне листочек зеленый. Ну, давай, вот Егор зеленый листочек хочет. Вот этот? Да. Так, не приклеивай только. Так, а там зеленый листочек, к чему он будет крепиться? Не знаю. Не знаешь? На дерево. Дерево? Не на дерево, на яблочко. На яблочко. На яблочко. Что дальше? Что дальше? Так, а там хвостик для яблочка должен быть, да? Да. Хвостик для яблочка, вон он, черный. Да. Да. Хвостик на яблочко, ищи хвостик на яблочко. Вот. Нашла? Да. Ну давай Егору. Когда? Ну, наверное. Да, вот Алиса тебе хвостик сделала. Классно. Молодец. И теперь хвостик для маленького яблочка ищи. Вот. Так. Молодец. Нашла. Молодец, Алиса. Так, что Егор дальше надо делать? Дальше. Ну давай, Алиса. Мини листочек. Маленькие-маленькие листочки для яблочка. Вот этот? Да. Оп, молодец, Алиса. Что так, дальше? Что дальше, Егор, Алисе делать? Да, Алиса, пошел мне вот эти лапки. Давай лапки, желтенькие лапки, быстрее. Нет, желтенькие лапки делай. Вот. Вот что у нас пока получается. Здорово, сейчас Алиса эти очки будет одевать, да? Да. Еще эти лапки. Так, оп. А вот эти лапки... А, вот вижу. Так. Так ты очки сложи, дужки сложи, и тебе удобно будет, чтобы они сложенные были. Угу. Вот, и ложи на стол, клади на стол, то есть. Вот первое есть, теперь второе. Что мне дальше? Что тебе дальше? Ну, дальше, наверное, сердечко. Желтенькое, желтенькое сердечко. Дальше мне сердечко желтенькое. Оп. Оп. Так. Что дальше? Здорово. Дальше... Красненькое сердечко. Так. Давай, Егору, красненькое сердечко. Так. Теперь... О! Пап, что дальше? Так, ты глаз закрыл. Он на глаз сердечко будет. Да, 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 тут вот чуть-чуть. Это не будет закрыть. Ну, ладно. Так, дальше делай... коричневые лапки. Так. Да. Вот получается. Да, здорово. Когда из коричневых. Коричневые лапки. И носик, и ротик для медвежонка. Да. Это класс. Лапка одна. Вторая. Лапка вторая. Теперь ротик и носик медвежонку надо делать. Подачи? Да. Делай. Нос.
Так, а ротик... Папа, собственно, нет. Ротик сначала что положить, сначала что на белое. А, белое, точно. Я забыл. Большую штуку белую. Оп! Молодец! Алиса, молодец! Понял? Это будет мордашка. А там еще глазики же у медвежонка будут, да? Где, где? Коричневые глазики должны быть. Черные. Черные? А, вон, где грибочки были, там черные глазики. Посмотри, у медведя тут усы. Так, ты что там, глазик? Ну, держи, держи на пальчике. Сейчас Егор приклеит ротик медвежонку, а потом глазик. Ты второй потом будешь. А для девочки очки. Да, конечно. Сейчас мы сделаем, Егор сделает, а ты примеришь, да? Да, они очень идут. Они тебе очень идут. Что дальше? А ты еще стразиками будешь украшать, да, очки? Вот. Не, подожди, подожди. Сейчас сначала доделаем. Давай, что там, Егор, дальше? Получается. Носик. Здорово, носик теперь медвежонку. Вот. Оп. И все получается, да? Или что там еще? Банан. Банан. А что там коричневое? А, ушки. Да? Ушки, да. Ушки делаем медвежонком. Вот эти? Ушки, да. Там, да? А зачем? Да. А за... Не, не, нет. А ушки, за... Алиса, да. Давай. Ушки на коричневом. А что? Ну, вот это, наверное, еще квадратики. Один. Квадратики. Квадратики. Да, это лишнее что-то, наверное. Еще какая-то дырочка. Ну, это лишнее что-то, детальки. Давай ушки приклеиваем. Ой, какие красивые очки карнавальные получились. Алиса, это тут кубик. Кубик? Алиса, ты не ушки оторвала, а кубик. Давай ушки. Сейчас вот это ушки, видишь? И последнее ставить. Оп. Молодец. Давай ушки. Тут пожалуйста, хочу, да? Оп. Оп, вторая, второе ушко. Да? Все там, да? Получается стразики? Все, пусто, смотри. Ну все, теперь, Егор, давай Алисе, и это, и пускай она стразики сама наклеивает, да? А половину, она половину я? Ну, давай половину, она половину ты. Смотри, Алиса, на картинку, и вот по краешку наклеивай стразики. Не, а зачем стразики-то ты на... А, на ушки тоже, что ли? Да. А, ну, это тогда Мишка-девочка, что ли, со стразиками в ушках? Да. Понятно. И на лапках, пускай Алиса на лапках наклеит. На каждую. Давай. Вот на пальчики, да. На... Не, не сюда. Во, молодец. Еще одна, я хочу на пальчик. Да, давай. На второй на пальчик. Ну, Алиса на пальчики наклеит. Ты тогда на другие пальчики с этой стороны. Вот, молодец. Егор, оставь ее, пускай она на пальчики сама понаклеивает. Все, Алиса на пальчик теперь наклеивает. Давай. Ну, наклеивай, конечно, наклеивай. Оп. Молодец. Что-то Алиса быстрее наклеила, чем Егор. И теперь по кругу очки украшайте стразиками. На каждый лепесток один стразик. Ну, пускай это Алиса украшает. Теперь, если можно, как хочешь. Ну, нет, нет, вот, Алиса, смотри, как на картинке. Вот, видишь, где стразики? Каждый лепесток, Егор, покажи ей. Сделай. Не, нет, Алиса, не туда. Вот, молодец. Ой, 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 убегай, оп. Второй. Второй. Так. Егор, она правильно там делает? Да. Молодец, Алиса. Ой, ой, убегай. Ну, Егор, ты делай пока с другой стороны. Я хочу второй. Да, ну, а ты с одной стороны, а Егор с другой. Оп. Что приклеил? Так там еще есть. Бери еще, приклеивай. Так, что дальше мне? Что дальше? Только... Вот какие очки получаются замечательные. Не, просто стоит. Теперь давай вот на середине. Посерединке, да, стразик приклеиваем.
Вот очки у нас какие получаются. Алиса стразик приклеивает. Все. Да. Все? Все стразики, что ли? Или еще остались? Еще два. Бабушка, меня и посмотрит. Да, давай вот этот стразик пошел на яблочко. Ну тут же... А я вот на маленькое. Ну, делайте на яблочко. На сердечко. На сердечко приклей стразик. Здорово. Ну, какая, кстати, раз одевала. Все, что ли? Ну-ка, да. Ну-ка, показывайте, какие. О, какие классные очки получились! Ой, какая у нас Алиса! О, карнавальная. Алиса, сиди пока, подожди. Мы сейчас... Ну-ка, давай, покажи. Давай, маши ручкой. Скажи всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наш канал. В гостях у Алисы Егоров. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.